За последние годы в Узбекистане создан благоприятный инвестиционный климат. Внедрена система льгот, преимущества гарантий по защите прав и интересов иностранных инвесторов. В результате в ведущих отраслях республики создаются новые предприятия с иностранными инвестициями и растут экономические показатели. О том, как идет работа в этом направлении в Самаркандской области, обсуждено на встрече ответственных лиц с участием хукима области Эркинджона Турдымова. Хусусан, махсулларны экспортка чыгарыш бойынча 2022 жыл январ-март айларында реже көрсөткүчү Кошорабад туманда 37%, Тайлак туманда 51%, Нарпай туманда 56%, Паярык туманда 67%, анда Жомбой туманда 68% бажарылган халат. Шунун үчүн Кошорабад, Тайлак, Нарпай туман хакимлеринин орун басарларыга хайыпсан чарасы көрүлөт инвестиция боюнча. Паярык ва Жомбой туманларынын хаким орун басарларынан түшүнтүрүш катталып агаһландырылат. Отмечалось, что вопросы экспорта и привлечения инвестиций обсуждаются еженедельно, как и поступают отчеты хукимов. Если в некоторых районах есть результаты, то в других работа видна лишь на бумаге. Кроме того, подвергнут критике тот факт, что некоторые районы не используют имеющийся потенциал, несмотря на созданные возможности для стимулирования экспортной деятельности. В завершении встречи определен объем работ в этом направлении, который предстоит провести. Результаты будут рассматриваться еженедельно.